Здравствуйте, Арсений Селезнев Зверобой. Сейчас у меня три квочки сидит здесь. Супермама. Это квочка, которая, значит, она по три раза на сезон, как минимум. Как минимум. Неудачно снялась. Это молодка. Да, а ну, прищурь глаз, вот так вот, подморгни. Она клевала меня очень сильно, а сейчас уже привыкла. Давай, вылазь, неудобно за лестницей вытаскивать. И вот еще одна, тоже меня клевала. Но почти всем нравится, когда их гладят за подбородок. Потому что там вши. Пошли кушать. Пошли. Давай. Обеденный перерыв. И еще две или три квочки там. Уже пора их выпускать, наверное. Позже выпущу вечером. Если они сядут в гнезда, значит, всех определю снова. Вот так вот. Чем лучше куры несутся, чем больше яйценоскость, тем больше квочек в стае или в стаде. Вот сейчас уменьшилось количество яиц. 4, 3, 1 и там 4. Значит, это сколько получается? 3 раза по 4. 12 штук выходит. Вот. Квочка обязательно после еды становится на жердочку, начинает чистить перышки, раскрывает крылья так вот, в таком особом. Если не жарко. Сегодня у нас первый день жары сильной. Сильная жара 27 было, или даже 32 градуса, я не знаю, там на солнце было 32. Вот еще одна квочка. Вот она так раскрывает крылья и чухается. И там тоже так раскрывает крылья и чухается. Ну да, вши грызут все время, а чупа-чухаться можно только после еды. Арсений Селезнев Зверобой. Так что чем лучше у вас несутся куры, посмотрите там в таблице у меня, в таблице Google, как они неслись. Вот она раскрывает крылья так вот сильно. И хвост поднимает. Раскрывает. Как павлин, то раскрывает. Это квочка. И он тоже раскрывает крылья. Издает звуки. И здесь у меня тоже петушок. Пора рубать его. Плохо ест. И две или три курицы. Три курицы, значит, три квочки тут у меня было. Я их позже выпущу. С этим насыплю. Отходи. Видно, кто ест. А петушок не ест. Значит, ему пора. Глаза такие лупоглазые. Жалко. Такой был бы рыжий, как рыжий дым. Ну что ж. Ну еще сюда чуть-чуть насыплю. Может, он сюда привык? Ну вот, смотрим. Ест. А, ест уже.
Он как-то слабо ест. Может и это поправится. В общем, когда начинает скучать, петушки, курочки заходят в сторону, все едят. Они заходят в сторону, сразу отсаживайте. Потому что могут быть проблемы с пищеварением. Когда слабеют, их просто оттесняют и все. А... Да что такое? Не дают снять видео. А потом они просто обессиливают и умирают. Ну, вот так курица толкнула, что он аж прямо чуть не упал. Так что потери яйценоскости из-за квочек. Вот квочка. Арсений Селезнев зверобой. 6 квочек. 6 июня. 6.06. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.